Радио «Сигма» снова дарит щедрые подарки. Наши диджеи каждую неделю разыгрывают 100 литров бензина. Первые победители уже определились. Если хотите стать счастливым обладателем бесплатного горючего, смотрите сюжет. Прямо сейчас. С этой минуты охота на 100 литров бензина объявляется открытой. Поймать удачу? Просто слушайте радио «Сигма» и выигрывайте бензин. Раз в неделю, каждые выходные, наши ведущие загадывают определенные места в городе. Ваша задача – вовремя услышать геолокацию. Кстати, вся информация о месте дублируется в социальных сетях. Муж только фотографию глянул, сразу говорит, что-то, говорит, легкая, говорит, подсказка, говорит, была. Вы в назначенной точке и запечатлели свое авто на фото. Что же дальше? Выкладывайте изображение в сторис в Инстаграме и не забывайте отмечать аккаунт «Радио Сигма». Есть еще обязательные условия акции. Фирменный стикер «Радио Сигма» на железном коне. А взять его можно по адресу набережная 44D. Мы каждый год выигрываем, в прошлом году, по-моему, два раза. Сейчас у нас новая машина, думаю, что будет хватать на меньше. Тут даже как-то играет больше азарт. И в Уренгое, как мы знаем, нечем особо так провести время на выходных. Тут как-то вроде какое-то развлечение, даже поэтому, я бы сказала, мы участвуем. Один за другим охотники за топливом подъезжали на место сбора и увозили с собой заветный шанс на розыгрыш. После продолжительной гонки за первенство участники со своими билетами финишировали на радио «Сигма». Впрочем, момент истины не заставил себя долго ждать. Заветные 100 литров разыграли быстро. Лампочка засветилась на завтраке. И тут как раз позвонили знакомые. Срослось так. Да, друзья подсказали. Они участвуют у вас постоянно уже не первый год. И вот подсказали, что сегодня будут тоже участвовать. Поэтому мы приехали, вот взяли наклейку. Первый раз и сразу выиграли. Другие не расстраиваются, ведь акция продлится до сентября. Поймать за хвост удачу и получить 100 литров бензина сможет каждый. Настраивайтесь на волну 102.3 FM и ловите попутный ветер удачи. Следующий розыгрыш пройдет уже в эти выходные. Так что будьте на волне радио «Сигма». Ирина Сылбаева, Лала Гасанова, Феликс Расихин, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.